Мелкотур по хате. Мою пианинка иногда оно открывается. Тут сумка, с которой я езжу теперь уже на дачу. Полностью комнату эту пока показать не могу, так как она бабушкина. Ну и я не знаю, когда ей вообще получится ее полностью показать. Тут слегка бардак. Мое колесо от велика, который сломался, я никак не могу найти шину на него. Велик называется Салют. Если у кого есть шина на велик Салют, пошлите почтой. Там балкон. И дверь сейчас открыта, ибо сейчас где-то раннее, может быть, 5 утра, а у меня дикая бессонница. И еще не менее дикая мигрень. Книжки. Картинка участвовала в выставке, посвященной зиме. И еще одна картинка. Не помню, участвовала где или нет. Тут слегка типа кукол Барби, слегка немножко. Телек, который смотрит бабушка, я его не смотрю. Это я привезла вроде из Владимирской области. Не помню уже откуда. Гобеленчик. А тут георгиевская ленточка, по-моему, уже второй год висит. Сохнет мое полотенчико. Коридор. В комнату не пойду, у меня там кровать разобрана. И потом комнату вы уже видели. Да, мне было лениво посмотреть, как выглядит тур Home. Поэтому я снимаю, как обычно, от балдятину. И в зеркало я вам... Не, ну я, в принципе, могу его показать слегка, потому что я в розовом халате и... Марафетиться мне лениво. Я не знаю, надо показывать туалет. В общем, вот эта дверь в туалет. Это дверь в ванну, которая вызывает у половины смотрящих видео про ванну дикую попоболь. Но это кухня, которая тоже как-то уже была в видео. Там и про роллы, и про мыло, кажется. Тут какие-то эти... Есть шкафы над... Антресоли, кажется. Эти самые матрешки. Ну, ящик тоже дедушка делал. Вообще все ящики тут делал дедушка. И шкаф белый. Ну, это типа как ее. Где всякая фигня. С красным крестом, короче говоря. Вот жопа с ушами. Переводные такие. Там, по-моему, лампа, которая какая-то такая керосиновая или что-то в этом роде. Вон те ягодки вязала моя подружка лучшая, Света, из Мытищ. Дочка маминой подруги тоже Светы. Вон ту хрень дедушке на какой-то юбилей. Он был каким-то металлургом, главным на заводе механка. Подарили, ну тут телефон, сахар, чай мой, капли мои глазные. Календарь, что нам выдали перед Новым годом или после, в честь какой-то нашей дурацкой театральной постановки, где я, кажется, пингвином был. Моющиеся обои. Их можно помыть. И с ними ничего не будет. Микроволновка, в которой я это топлю, типа там мыло и жрать готовлю. Ну, в смысле, грею. Бабочек нет, ну не помню, были они. Или никогда не были. Баночка из-под какао. Еще одна жопка с ушами. Там вроде еще одна была. Да, и еще одна жопка с ушами. Ножи. Доски. По-моему, вот эта покупная. Хотя хрен ее знает. Но вот эти-то точно дед делал. Уголок, где раньше у нас кошечка кушала. Вообще все коты, кроме черного, который мой самый первый кот, прожил он 11 с лишним лет, он кушал
в туалете. Все остальные коты и кошка уже кушали вот здесь. Ну и шкаф, который тоже дед делал, я так подозреваю. Там наверху коробочка под сухари, которые мы обычно отдаем или родственникам, или я Женьке сношу, потому что у нее там куры в частном доме. Там стиралка такая, да, историческая, иногда она работает. Холодильник с магнитами. Ой, я сейчас вылезу, и там будет это зеркало, в котором мой этот розовый халат. Ну, я постараюсь как-нибудь не задеть это зеркало. Сейчас попробую сделать так, как будто бы вы вместе со мной вошли. Правда, это неправильно получается. Получается, что вы вместе со мной вышли. Тут вешалка. Я думаю, что я тоже дед делал, потому что дед был, так сказать, мастер на все руки. Тут коврик, всякая обувь. И дверь у меня двойная. Там на другой стороне деревянная. Тоже дед делал. Как раз когда стало модно делать эти деревянные двери вторые на площадках. Ну вот, я подозреваю, это очень небольшой такой турбум. Тьфу, это турхом. Ну уж извините, какой есть. Если вам было интересно, то приходите в гости, напою чаем. Пока.